7 мая отмечают День радио. По традиции он считается праздником работников различных отраслей связи. Телеком-операторы встречают свой профессиональный праздник на передовой. Ведь для них самое важное, чтобы каждый из нас сегодня оставался на связи. Современную жизнь невозможно представить без цифровых технологий. А начиналось все чуть более 120 лет назад с появлением первого радиоприемника. И если тогда связь ассоциировалась только с радио, то сегодня это в первую очередь интернет. Качественная интернет-связь – это прежде всего скорость доступа в мировую сеть. В начале 90-х, когда интернет только появлялся в России, подключение происходило по телефонной линии. Максимальная скорость доступа достигала 3 мегабит в секунду. Думаю, многие помнят характер гулкий звук модема, когда ставили фильм на загрузку на ночь. Сегодня компания Дом.ру может разогнать домашний интернет до 600 мегабит в секунду. С такой скоростью ваш фильм загрузится за считанные минуты. Высокоскоростной домашний интернет особенно важен сейчас, когда наши квартиры стали местом работы, учебы и досуга для всех членов семьи. А чтобы интернета хватало на всех, на помощь приходят Wi-Fi роутеры нового поколения, способные одновременно подключить к сети до 10 устройств. Интернет стирает границы между городами и странами и делает нас ближе. И мы в компании Дум.ру знаем, как сделать эту связь надежной, качественной и бесперебойной. Мы каждый день выходим на работу, чтобы вы могли оставаться дома и быть на связи со своими близкими. Игорь Кранцев, Герман Баранов, Вести.